Так, ну тогда я выбираю новый контракт. Выбирай. Давайте самый сложный, very hard, который. Давай. Ну конечно. Давай возьмем какой-нибудь средний, попробуем это. Ночной клуб или ограбление банка, выбирайте. Ночной клуб. Ночной клуб. Если никто не против, я смотрю. Я готов. Ночной клуб, Влад. Да, Влад, да, что-то мне не очень нравится. Ты у нас какой ночной клуб-то ведешь? Ничего не знаю. Все, начинаем. Ничего не знаю. Вы сами выбрали ночной клуб, Влад. Tasteful Club. What the fuck? Что? Ничего особенного. Найдите офис-менеджера, потом сдержите толпу. Убедитесь, что мы все выберемся в целости и сохранности. Что происходит с этой игрой? Я вот сейчас просто ради интереса включил запись вот прямо здесь, и она у меня от 20 до 80 скачет. Что-то я не понял. Тут можно купить плохую музыку, очень плохую музыку, но почему-то все это закрыто. Почему? Всего лишь сейф забрать. Ну знаете, в чем плюс? Хотя бы не надо убивать 350 тысяч людей, чтобы выбраться с миссии. Уже плюс. О, что-то мне заглючило все. О боже мой. Не, вроде все ок. Да, мне все ок. Ставь 720p, играй как я. Я даже на максимум нет, смог поставить. Нет. Да! Здесь фонарика нету? Только не даст. Стой, не входи, не входи. Уходи, уйди, уйдите, уйдите оттуда, ловите. Енот, 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 что ты делаешь? Отойди. Давайте сбоку обойдем. Пошлите, обойдем здание. С левой стороны опять надо. Блин, что-то мне это так напоминает. Предыдущее здание тоже нельзя было справа зайти. Надо было обходить слева. Никаких подозрительных действий нельзя предпринимать. То есть прыгать нельзя, представляете? Прыгать — это подозрительное действие. А я вот хожу по улице и прыгаю, и никто меня это... И опять невидимые стены. Что, правда, что? Да, невидимая стена. Воу! Да. Какой поворот. И драться нельзя. Ну давайте обойдем, может где-то должен быть вход стопудово. Какой крутой музон, давайте это. Давайте, может, здесь зажжем. Да, можно пройти через основной вход. Спокойно, спокойно, обращать внимание. И по одному. Да. Я пошел следующим. Виспа, ты пока тут стой. Там секси чикс есть? Секси чикс. Мне не заходить? Заходи, заходи, я уже прошел мимо. Тут нету секси чикс! Господи, это такой хищный есть, клуб. Есть. Вот тут на втором этаже есть. Тут кто-то, там кто-то. Йоу, бэйби. Оу, секси чик. Господи, это агли... Супер факин агли чик. О боже, что с ними? Они одинаковые. Они... Такое чувство, что они просто... Оу. Не надо, что ты делаешь? Уйди от женщины. Тут ботинки стоят. Кто там? Кто там? У него в голове пусто. Кого вопросик? Виспок, рядом с собой кто-то вопрошает. Кто-то заметил, 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 уходите! Виспа! Ну что ты сделал? Да. Я попробовал потанцевать! Я даже никого не бью! Ну да. О! Уровень подозрения снижается. Где уровень? Почему? А. Уровень подозрения снижается здесь, вау! Енот, стоим тут, не иди назад. Енот, ты и так танцуешь классно. А что теперь делать-то? Мы же не сможем убрать уже оружие. Ну, потрясающе. Я стою за спиной охранника, блин. Он меня не обращает. Блин, надо было мне юзать эту глушилку телефона. Можно, кстати, брать снова. О, меня убил охранник. Бегу поднимать. Меня кто-нибудь прикроет? Здесь нельзя присесть во время того, как ты. Тебя кто-то изнасилует, кстати? Я знаю. Можно же их связывать, чего вы тупите? Просто пусть они на полу лежат, не убивайте. Ничего связывать, если можно убивать. Я нашел кейка. Кто просрал опять возможность стелсом пройти? Кейк. Вот сюда надо, к нам.
О, у меня тут сиськи! Сиськи, подождите, я занят немножко. Вот где-то здесь ключ нужен. Вот, я менеджера нашел. Во-во-во, вот сюда вот. Испа. Сюда. О боже. Нет, можно либо дверь поставить, либо открыть так. Видите, разные возможности прохождения. Ни хрена себе вот этот поворот. Деньги! Чего я не могу деньги забрать? Я не могу подобрать их! Тут можно C4 нахерачить. Зачем? Можно открыть, наверное, или дрель поставить. А у тебя... А вот так ты ставь C4, если есть. Так у меня нет. Просто разные возможности. А у кого C4? У меня есть. Так иди сюда. Дровотехник-то енот вроде. Наверх. А чё, как вам попасть? Там есть дверь. Иди вперед. Сюда, сюда, сюда. Теперь ставь C4. Вон туда, вот а там где дрель. Полиция? Ставь. Я поставил глушилку. Хер знает, зачем она теперь нужна, но тем не менее. А для чего она вообще нужна? Чтобы его как раз не позвонили, да. Да. Я деньги вытащил из сейфа. Ну, может они не могут спецназ? Че, серьезно? Просто так, что ли? Из закрытого? А C4 ты не можешь достать? Что? Я C4 не могу. Так ты это... Ну все, видимо, надо было дрель... Не надо было дрель ставить. Что ты понимаешь, где полиция-то? Улица такая пустая. Тут, кстати, из... Вон она, внизу! Из окна нельзя выпрыгнуть. Хочу гранату. Внизу штук 5 их. Может, просто не смогут спецназ вызвать, только полиция будет идти. Да не. Да ёба. А, не, могу, могу. Ей, Виспа, давай танцевать! Нихера себе! Виспа, давай танцуем! Ты... Ай-яй-яй! Енотик, ты только отойди оттуда сначала. Желательно не взорвавшись. Так, а взрывать? А, так у тебя неправильная мина. Что значит неправильные мины? Отойди. Она реагирует на движение. То есть там ну, пройди, NPC рядом. Должен пройти. Так не получится. А для чего? А откуда тогда C4 брать? Да. Оу! Нам бы просто взорвать. Но мне ничего. What the fuck? Так это дерьмо это что ли? А чё? А, я не понял, где C4 брать? Ну встал прям передо мной и жопа. Полиция прямо с крыши прыгает. What the fuck? Прямо как в GTA. Нет, на трассах, смотри. И запустите. А если двоем держать, то быстрее перезапускается. Нет, у кого первого, у того и перезапустится. У меня. 3 минутки. И еще целых 3... Серьезно? Господи, это что за сейфы такие, я не знаю. А где C4 взять? Господи, енот, не пугай так. А куда ты стреляешь, енот? Может мы его... У нас... Может он у нас просто не открыт еще. Там снайпер. Там баба на плакате. Скилла покачать еще. Ау! Внизу стреляет. Я внизу, если че. Ну стреляет-то в меня! Блин, я сейчас сдохну, я сейчас сдохну! У нас здесь полиционер был. А, еще и не один. Откуда они пришли вообще? Да хер его знает из окна. А я деньги нашел. Нужна аптечка, бро! Кто аптечку? Аптечку мастер. Я деньги собираю, извините. Была плохая идея делать из у медиков. Надо было заложей брать, где-то поблизости. Давай я поднимусь. Я патроны положил. Вкусные. Еще 1.5 минутки. Так, какой сок перекидать? Эти. G, зажми и на пол. Точка G, кнопка G. И на пол наведись. 8 секунд. Вау, нам объясняет, какая у нас цель. Ну спасибо. Ну мы напомнили. Не знаем. А как C4-то добыть? А у меня ничего не появилось, вы про чё? Прям. Воу-воу-воу! Полегче. Нет, а еще один! Посмотрите на этого кретина, который только что заполз. Перезапускай, я прикрою. А речь перезапускай. Да, все окей, да. Да, да, да. Музыка та же самая, что и в The Haze была.
Вау, они даже музыку новую не могли написать. Чего они делали, серьезно, 2 года? Они, может, они хотели сделать DLC, потом сделали из этого большую игру? Да ничего они не делали, они просто взяли твои деньги. Две гребаных тысячи, я просто... Они еще и убрали возможность купить пакет на 4 со скидкой. Вау, коп не мог меня выследить только что. Я бы тоже убрал. И подарить нельзя, что за парни, тупость? Парни, бегите сюда, 25 секунд. Енотик! А енотик специально уходит побыстрее. Народ, а искусственный интеллект у них... Не существует. В зависимости от уровня сложности. Потому что я вот сейчас стоял прямо напротив полицейского, он ничего не делал. Да. Парни, 5 секунд, идите сюда. Его просто нет. Енота убили. Поднимешь, Виспа? Давай я возьму. Да. Я наполняю. Илюша, стреляю. Я внизу на том. Да, тут надо всех. Тут нужны все, тут. Все должны забрать, там 4 штуки. Понял, пошли. Он будет через минуту еще, так что идти некуда пока. Все забрали? Парни, ну вы где? Все сюда. Нет, они вообще не взяли. Виспа! Я упал. Пошли, прикроем. Я прикрою. Тут выйти можно, кстати. Так, я сейчас наверх. Hey, наверх. Да. Енотик, вперед. Может это, амуницию-то заберете? Ну, а так... ее нельзя подобрать уже, видимо. Да. Почему? Кто-то же говорил, что я подбираю. Я ошибся, я поднял пакет с лутом. Готово. Валим. Все забрали, да? Окей. Могли патроны взять еще? До кучи. Я взял последний. У меня полное. Я бегу! Можно выкинуть? Можно выкинуть, ребят. Меня что, бьют? Его надо было выкинуть. Можно было выкинуть прямо в окно. Надо вернуться назад и выкинуть в окно. Ну или давайте выйдем. Здесь есть выход. Вон, рядом с Синодом. Давайте уже выйдем. Да давай. Бегом тогда! Бегом! Руки в жопу! Жопу в руки. Так если в окно можно выкинуть, нахера. Воу! А, тут невидимая стена, поздравляю! Невидимая стена! Наверх, давайте наверх. А чё? Аккуратно, только там народ. Да, там много было людей. Можете стрелять просто около них, и я тогда не буду приседать. Нормальное. Просто темно. Ну что, пока легко. Один выкинул, вот сюда, рядом с окном. Снайперы. What the fuck, кто-то выбросил мимо! Я иду. Или нет? Не-не-не, 4 из 4. Может, спустимся на... Нет, лучше на танцпол не спускаться, там жопа. Давай, пойдемте так, лучше вниз, нормально. А я так не понял, что написано рядом. А, это амуниция, все понятно. Тут что, патроны можно было собрать? В жопу точность. Точность все равно переоценена. Господи, я какой-то туалет нашел! А тут можно смывать унитазы? Воу-воу-воу-воу! Камон! Нихера себе их там! Впереди много! Жопу! Жопу, ну их нахер! Мне сюда не надо идти. Некуда. А я нашел. А чё вы за мной не побежали? Я уже нашел выход. Давайте я вас прикрою. Я огнем на подавление бью. У меня вроде он работает.
по крайней мере, прокачал. Let's go! Может это? Не уедем, они здесь только с одной стороны будут, а можно на них попарнить или что? Ну давай. Да ну его в жопу! Погнали! Нам экспу не за это дают. Ну ладно. А залезать, кстати, не надо вроде. Да. На квадратик. Голубой! What the fuck? Это было странно. You party hard. Like night in St. Petersburg. I have now more power and more. Instant cash! Spending cash. Сразу только. Мне нравится этот ритм. Ты чё, кто-то не прокачался? Я вот прокачался. Третий левел уже. Тут экспу дают за этот. О, да, можно что-нибудь выбрать. О, я просрал оружие. А нет, у меня оружие. Опять это что за херня? Я только бабло получил. Мне так везет. Просто потрясающе. Ну, енота хоть фиолетовый цвет выпал. Срань. Ты голубенький. Ненавижу. Я не понял, а если не выбирать ничего на этой лотерее дурацкой, то бонус на следующий уровень? Да нет, я думаю... Нет. Нет, это просто рандом тебе выдадут, наверное. Выдадут, наверное, что-нибудь. Виспы, и как калаш? Калаш не знаю, я с этой самой первой пушкой вообще ни разу не играл. Не могу сравнить.